Вот вам, твари! Горите в аду! Я вам устрою! Ёлки зеленые, хороша Норвегия. Американцы? Да, доброго всем денечка. О, привалило же наследство. Скорее, навалило. Чуть стрёмные в сарае. А поконкретнее? Ваше экспертное мнение? Да детвора сатанила. Амбарный гном. Они настоящие? Да. Во-первых, они не терпят чужаков. Так-то лучше. Во-вторых, их бесят новогодние гирлянды, как и сам Новый год. Шикарно! В-третьих, они не выносят всякий шум. А? Пошумим в этой дыре? Нет! Ну, мы и встряли. Это Норвегия? Детка, здесь вообще не случается никакой дичи. Дичь-то какая! Что у вас тут такое? У нас атака гномов. Где ваш ствол? В шортах забыла. Что? Это вам не Дикий Запад. Да как вы умудрились такое устроить? Включили гирлянду. Эй, нет, нет! Гномы. Новогодний беспредел. И что вы собираетесь с этим делать? Сожру пончик, оцеплю периметр, поищу улики, вызову спецназ и... Мама! Наша бабушка не человек! Следи за словами, девочка. Выходите, девочки, и познакомьтесь со своей бабушкой Изабеллой. Поживете здесь всего несколько дней. Постарайтесь не спалить дом, ладно? Расскажи нам сказку. По легенде, под видом ведьм в наш мир проникали демоны. Они едят детей. Они высасывают их кровь, чтобы украсть их молодость. Ведьм ведь не существует, правда? Существуют. И они придут за тобой. Я не ем мясо. Есть что-нибудь другое? Дорогая, это не просто ужин. Это наш семейный обычай. Думаешь, бабушка могла бы быть ведьмой? Сеньора Изабелла суровая женщина, но с другой стороны она полна любви. Она не причинит никому вреда. Мы скоро станем неразлучны, малышка. Что, если мама и папа никогда за нами не вернутся? Мамочка, это не наша бабуля. Мама? О, милая. Выпустите меня отсюда, пожалуйста! Думаешь, это ты решаешь, когда можно уходить? Ведьма. Реинкарнация. В кино с 2 февраля. Думаешь, я смогу играть, как ты? Когда играешь, полагайся не на слух, а на сердце. Мистер Густавсон, вы уже решили, что мы будем играть? Мелани, ваша музыка неплохая, но слабая. Мне нужно что-то смелое. Рисковая. Что вы знаете о самом первом концерте Кэтрин? Будем играть концерт для детей? Она не хотела, чтобы его играли. И сгорела заживо, отчаянно пытаясь уничтожить этот проклятый концерт. Пытаясь уничтожить... Это все, что уцелело. Но я могу закончить концерт. Он словно звучит у меня в голове. Музыка обладает силой. Мама?
В средневековье люди верили, что музыка погружает в транс, сводит с ума. С этим концертом творится какая-то чертовщина. Я слушала музыку. Она у меня в голове. Это существо использовало меня, чтобы закончить концерт. Зачем ему это нужно? Услышишь эту музыку, и он придет за тобой. Совсем не похож на тот, что у нас был. А что с ним такое? А, после смерти тети в нем никто не жил. Он старый, честно говоря. Я надеюсь, что мы очень дружно здесь заживем. Ты чего, Пип? Кажется, там кто-то есть. Наверное, это енот или еще кто-нибудь. Пипин! Оуэн! Пипин! Прибежит, когда проголодается. Да, я не идеальная. И ваш папа провел с вами больше времени, чем я. Скажи, как там мама? Кажется, она очень устала. Но теперь я с вами. Пипин! Он вернулся! Больше я не подведу вас. Вернулся! Я хочу, чтобы у нас была нормальная семья. Он какой-то странный. Не подходи к нему. Что с ним, мама? Сделай шаг назад. Я чувствую, что меняюсь. Что со мной происходит? Мам, в том лесу что-то есть. Мой сын очень болен. Я не знаю, что с ним такое. И не знаю, как... Ой, черт, кровь! Его вылечить. Но я знаю, как сохранить ему жизнь. Ведь я его мать. Что ты скрываешь от меня? Вы не понимаете, что мать пойдет на все. Мы должны тебя вылечить. На что угодно. Чтобы спасти дитя. Но для этого мне нужна ваша помощь. Вы просто чудовище. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это старая легенда о призраке, потерявшейся в день первого причастия девочки. Если кукла потерялась, в раке ледяном осталась. Стой! На днях за городом мы видели девочку в старомодном платье. Мы нашли только ее куклу, и с тех пор с нами творится что-то жуткое. Нам всем мерещатся демоны. Мы видим потустороннее. По этой легенде, кто встретит эту девочку, будет отмечен знаком и навеки проклят. Несколько лет назад две знакомые говорили, что всюду видят странную девочку в старомодном платье для первого причастия. И якобы она хочет их забрать. А потом они просто исчезли. Неизвестно куда. Оставь меня в покое! Я уже была здесь раньше. Она здесь! Знай. Не ходи туда! Тайну первого заклятия. Здравствуйте, это Майк. Хотел узнать, ваше предложение о работе еще в силе? Да. Должность охранника. Я согласен на любую. 80-е это место было очень популярно у детей. Его закрыли много лет назад, но владельцы пока не готовы с ним расстаться. Я буду работать, а ты спи. Поняла. Дай руку. Тебе нужно будет просто смотреть на мониторы. Да,
Добро пожаловать к медведю Фредди! Здесь оживут все ваши фантазии. Ясно. Ты, должно быть, новый охранник. Чем я могу помочь, офицер? Ты уже видел их? Кого? Их. В 80-е здесь начали пропадать дети. Полиция перевернула это место вверх дном. Кто здесь? Но их так и не нашли. Поэтому у Фредди закрыли. Призраки этих детей вселились в гигантских роботов? Ну, спасибо за предупреждение. Это скорее аниматроники. Чего они хотят? Сделать ее такой же. Эбби! Как остановить? Уже слишком поздно. Майк! Беги, Эбби! Нет! Куда едем? Ладно, бывали и похуже. Все хорошо. Это просто плохой сон. Я опять это слышу. Давай сегодня без кошмаров. Ладно, чемпион? Папа! Это уже просто смешно. Этот дом уже старый. Неудивительно, что по ночам что-то стучит. Это Питер нарисовал? Да. Он в порядке? У Питера просто бурное воображение. Кошмаров больше не было? Нет. И правильно. Знаешь, я бы хотела иметь кого-то, с кем можно обсудить то, что происходит в моем доме. Мама! Питер, иногда нам приходится принимать непростые решения, чтобы защитить свою семью. Что это? Существо. Питер! Питер! Хватит! Я сказал, хватит! Ты ничего не слышал, Питер. У тебя прекрасное воображение. Но однажды это может привести к неприятностям. Так, давай-ка ложись. И как ты спишь при таком ярком свете? Чего ты боишься? Никого тут не вижу. Ладно, все чисто, монстров нет. Гениального Стивена Кинга. Он тут с незапамятных времен. Прячется. В темноте. И продюсеров сериала «Очень странные дела». Навыдумываем себе всяких чудовищ под кроватью, но ведь их же там нет. Это все фантазии. Кто это?
Тот, кто приходит за детьми невнимательных родителей. Ты мне веришь? Скажи. Бугимен. Скоро. С этой школой что-то не так. Я чувствую это. Софи, что случилось? Среди нас есть кто-то, кого здесь быть не должно. Кого ты видела? Монахиню. Ответили. Так. Вроде милая пара. И дом очень красивый. Смотри, у них там солярий есть. Сколько? Бесплатно. При обмене домами все бесплатно. Ничего не бывает бесплатно. А мы первый раз так проводим отпуск. Глянь, какой крепыш. У тебя очень обаятельная улыбка. Надеемся, вам хорошо. Как у себя дома. Напомни мне, а чем они занимаются? Это руна. Она означает возрождение. Две ночи назад в доме обнаружено движение. Кто вы? Уезжайте срочно! Алло, ты где? Ты меня пугаешь. Будет лучше, если ты смиришься. Какого черта происходит? Тебе нужно бежать. Где Марк? Что ты с ним сделал? Я не отдам вам свое тело. Искупить вину и зло великое исправить, дабы спасти ее. Мы можем спасти твою мать, мальчик. Говорят, в доме том водится всякая нечисть. Пора уже расстаться с этим местечком. А как же папа? Старому сукину сыну нужна лишь месть. Есть у нас одно дельце, но скажу тебе о нем, как стемнеет. Но уже темно. And when that rumbling shakes the walls, you can hear that devil sing. Son, cover your ears, or a blast will ring. And when that rumbling shakes, беги, мальчик, the walls, и беги подальше. You can hear that devil.
Шепоты мертвого дома. Кино с 24 августа. Деметр плывет из Румынии в Лондон. Он перевозит частный груз. Содержимое неизвестно. И вокруг, куда ни глянь, не видать земли. Это Клеменс. Он врач. Одет как ученый человек. Я окончил Кембридж, но знаю, как управляться судном. Заказчик обещал надбавку, если прибудем в Лондон вовремя. Я покажу тебе корабль. Знакомься, это Гекльберри. Мы стучим дважды, когда все в порядке. Деметр — прекрасный корабль. Кто-то умертвил наш скот. Все стадо? Похоже на след от зубов. Обыщите корабль. Каждый угол. У нас на судне зло. Могущественное зло. Да помилует всех нас Господь. Exorcism is my job, but the vast majority of the cases to which I am assigned do not require an exorcism. In my observation, 98% of the cases that are assigned to Father Amorth are then further recommended by him to doctors and psychiatrists. And the other 2%? The other 2%. This is something that has confounded all of science and all of medicine for a very long time. I call it evil. Кэдди, твои родители погибли. Добро пожаловать. Ты моя племянница. И я сделаю все, чтобы это место стало для тебя домом. Я просто хочу снова увидеть их.
Я не уверена, что справлюсь. Я даже о цветах не забочусь. Я работаю над одним проектом. Хочешь посмотреть? Да. С самого детства я мечтала об идеальной игрушке, с которой дети никогда бы не чувствовали себя одиноко. Это Меган. Привет, Меган. Я Кейди. Приятно познакомиться, Кейди. Хочешь поиграть? Хочу. Меган, твоя задача — защищать Кэдди от физического и эмоционального вреда. Это кукла? Модель 3, андроид. Меган сокращенно. Не могу поверить, что ты создала ее. Она супер. Молодчина. Она стала членом нашей семьи. У них появляется эмоциональная связь, от которой будет сложно отказаться. Но она снова выглядит счастливой. Доедай, Кэдди. Согласно исследованиям, если заставлять детей есть овощи, они будут реже потреблять их во взрослом возрасте. Неужели? Да, согласно исследованиям... Ну все, хватит. Разговор еще не окончен. Она говорит... Пусть скажет что-нибудь. Хватит! Нет! Меган! Лучше беги. Меган, ты толкнула Брэндона под машину? Я никому не позволю навредить тебе. Меган, отключись. Перекалибровка ответных реакций. Меган! Зачем ты это делаешь? Не волнуйся, Кэти. Я никому не дам тебе навредить. Никогда. Вот мы и дома. Да, тут не так тепло, как я надеялась. Но сейчас я зажгу ванильную свечку, и все будет великолепно. Думаешь, будет? Бежим. Этот особняк пошел в разнос. Бедняжка отчаянно нуждается в помощи. Хочешь быть героем? Пас. $2000. Какой адрес? В этом году. Дисней приглашает вас. Братцы! А помочь? В свой дом. Я же точно видел. Точно же. Этот дом любит над нами подшучивать. В гостях хорошо, а дома чудесно до ужаса. Господи. Мне не одному это видится? Не, мне тоже. Будьте осторожны. Там нечисть на каждом углу. К нам могут проникнуть еще более могучие гости. Никто не прорвется. А как ты их остановишь? Серьезно? Ага. Они уже мертвые. Еще мертвее, да? Станут. Ну ладно. Дисней. Особняк с привидениями. Скоро в кино. Квин, риэлтор нашел, кому можно сдать наш дом. За свободу! Жертва за свободу! Мама, я вернулась домой? Кукла. Реинкарнация зла. В кино с 13 июля.
plenty to be thankful for. My needs are small, I buy them all at the 5 and 10 cent store. Oh, I've got plenty to be thankful for. I used to love this town. Until what happened that night. Tomorrow's Thanksgiving, and I'm tired of pretending like everything is normal and it's not. I want things to go back to normal, too. Show some enthusiasm. Thanksgiving is an institution here. Sick holiday game. This is weird. We're all tagged, and our names are at the table. But why us? The longer this goes, the more twisted it gets. The weapon he's using is straight off a Thanksgiving table. I don't want to spend my life looking over my shoulder. We need to stop him. It is going to be a very happy Thanksgiving. Let's see. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить. Ссылка в описании. Прошу, помогите! Тим напал на нас! Девочки! Это лагерь! Какие-то проблемы, мужик. Таится что-то темное. Оно достигло меня здесь, и оно доберется до каждого из нас. Бежим. У нас общее прошлое. Этот не похож на других. Что это за место? Святилище. Мы заманим его и прикончим. Алло? Давай сыграем в игру. Ты же знаешь, что ты уже 10-й по счету. И у шлепок в маске никогда в ней не побеждал. Возможно, но таких, как я, еще не было, Гейл. Я нечто иное. Поэтому я сейчас разнесу тебе башку. Тебе нужна я. Так давай покончим с этим. Девочки. Я хочу сообщить, что сегодня вечером произойдет убийство. Смотрели фильм «Назад в будущее»? По сути, я сейчас живу в этом самом фильме. И поэтому знаю, что вечером кого-то убьют. Фильмы про путешествия во времени — полная фигня. Счастливого Хэллоуина! Как тебе идея остаться сегодня дома и провести вечер в кругу семьи? Нет, мам. Сама знаешь, как нам тяжело в этот период. Твоих подруг убили 35 лет назад. Но сейчас уже не 80-е давно. Будь осторожна, милая, люблю тебя.
мной? Боже мой. Знаю. 80-е почти позади, а я так и не попробовала кокаин. Они не знают. Черт. Мам. Отпись, стерва. Боже, мам. Масита. Ай. Ай-яй-яй. Мамасита. Праздную мою днюху, сучка. Мы что, будем тусить в этой стрёмной хижине? Черт знает где? Подумаешь. На свободе бродит убийца, а ты затащила нас в глухой лес. Боже мой. Что? Я забыла взять водку. У тебя осталось 7 часов, иначе застрянешь тут навсегда. Я не должна дать этой резне повториться вновь. Машины всех нас убьют? Нет. Они скорее просто зомбируют общество вирусными танцами в ТикТоке. Они убьют нас танцами? Заходи, я готова. Сразу скажу, меня это не будет. Ты оттуда писаешь. Может, если бы она делала минет, то осталась бы в живых? Давайте не будем считать это уроком. Господи, как вы только курите эту дрянь, срань господня. Я могу дать тебе жвачку, в которой травки больше, чем в этой фигне. Простите за опоздание. Вы в порядке? Я хочу выйти из токсичных отношений. Пожалуйста, расскажите нам, что побудило вас прийти сюда? Мой босс не совсем обычный. Прямо в голову тебе залез, а? Ты мне нужен. Бегу, господин! И такое чувство, будто он может уничтожить тебя по щелчку пальца. Даже и без щелчка. Ясно. О, звучит очень знакомо. Да, что? Ренфилд, приведи мне невинных жертв. Я хочу парочку монашек и полный автобус школьниц. А я просто хочу вернуть свою обычную жизнь. Но современный мир — опасное место. Нет, 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 нет. Спасибо, ты спас мне жизнь. Мне не показалось, что ты отрубил парню руки при помощи подноса. У меня мощное запястье. Я все объясню. Мой босс наделил меня этой силой. Взамен я служу ему, забочусь, кормлю. Ты приводишь людей ему на съеденье? Ты типа курьер по доставке еды для злодея? А что случится, если вы перестанете делать все, что он просит? Он перестанет быть всесильным. Именно, он перестанет быть всесильным. Что? Как странно вы это сформулировали, но да. Здрасте, вы пришли на встречу? Ну что ж, заходите. Нет! Одни зовут меня тьмой, другие самой смертью. Но большинству я известен как Дракула. Ясно, да, нарциссизм тут прямо цветет и пахнет. Обеда. Что бы с тобой ни происходило, ты всегда находила время для меня. Не могу поверить, что мы никогда больше не поговорим. When I was just a little girl, I asked my mother. Что это, Дэнни? Я нашел ее. Зло наслаждается, плодя ужас и хаос. Можете только бежать.
станешь хорошей мамой, тетя Бет. Думаешь? Да, ты умеешь врать детям. Мам? Мама теперь с личинками. Вышел месяц из... тумана! Ты... Одержимый. Уходи, ты пугаешь детей. Я видел его своими глазами. Вы все обречены. Нет! Мы должны найти одержимого. Прежде чем родится зверь. Наше время на исходе. Одержимые злом. Сегодня все в силе? Где встречаемся? Мама уходит в 9. Тогда у вас в 10. Откуда она вообще взялась? Говорят, это рука настоящего колдуна. Я слышала, что это рука сатаниста. А вторая где-то затерялась. Чего только эти белые не придумают. Ладно, погнали! Правила знаешь. Скажи «приди». Приди. Хейли, хватит, он задохнется! 83 секунды, Джосс, выводи! Какого черта? Умоляю, пустите! Не, я свой! Что, если мы не закрыли врата? Удаляй! Скорей! Души мертвых, они здесь. Нужно что-то сделать. Хочешь все повторить? Беги! Их не остановить! Ответь мне! Беги! Что случилось? Я не знаю! Беги! Помогите! Беги! Беги! Боже мой! Беги! 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 Три, демон, приди. В кино 17 августа. Рак продолжает распространяться. Боюсь, мы уже ничего не сможем сделать. Есть один человек, который, возможно, смог бы помочь. Мы предоставляем двустороннее лечение за пределами Мехико. Результаты были ошеломляющими. Она спасла мне жизнь. Вы в хороших руках. А что будет потом? А потом новая жизнь. Джон Крамер. Согласно этим снимкам, опухоль так и не была удалена. Сколько мне осталось?
Месяцы, в лучшем случае. Мне столько всего еще нужно сделать. Джон! Привет всем. Пришло время сыграть в игру. Вы все притворялись, что лечите меня, но то, что я запланировал для каждого из вас, вполне реально. Единственное, что я не предусмотрел, это анестезия. Но поверьте, вам лучше оставаться в сознании. Из всех, кого можно обмануть, вы выбрали Джона Крамера? Пожалуйста, не сомневайтесь. Вложите достаточно большой кусок вашей мозговой ткани в резервуар с ферментами. Это спасет вам жизнь. Это не возмездие, это пробуждение. Жить или умереть, выбор за вами. Ила 10.